Первым от рук мошенника пострадал магазин «Вианор» по улице Сюмбике 74. Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчина в яркой синей куртке сначала зашел в магазин, потом стал интересоваться консультанта товарами и, уходя, попросил продавца разменять ему деньги. Подошел ко мне, начал, дал стопку 9900. Я пересчитываю эти деньги, три раза пересчитала, я говорю, 100 рублей не хватает. Даю ему, он еще такой вежливый, дяденька, улыбается, 10 раз извинился, Я посчитала, ему отдала эти деньги. Он пересчитывает над окошком. Я вижу его руки, то есть я вижу, как он считает эти деньги. Благодаря ловкости рук мужчина не додал продавцу 4100 рублей. Обман девушка заметила, когда решила вновь пересчитать купюры. Но к тому времени неизвестный уже ушел. Спустя час в дежурную часть УВД поступает аналогичное сообщение от работников Центра микрофинансирования. Оказывается, такую же махинацию неизвестный мужчина провел и у них. Предприимчивый мошенник действовал здесь абсолютно по такой же схеме. Комментировать инцидент в казначее отказались. Но известно, что ущерб организации составил 4500 рублей. Возможно, этот человек незаметно наследил еще где-то. Будьте бдительными, если вас кто-то попросит разменять деньги. Сейчас поисками злоумышленника занимаются правоохранительные органы. Сотрудниками полиции было установлено, что в обоих случаях действовал один и тот же человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество. Просьба ко всем, кто обладает информацией о личности данного человека, позвонить в полицию по телефонам 02 или 8 917 870 83 77. Вознаграждение и анонимность гарантируются. Айгуль Яблонская, Ренат Харасов, новости НТР.